Она на сковородке, знаешь, красивая. Она любила дерево. Она ждала дерево. Ты живодер. Паш, давай клюет, вот клюет. Как нет? Клюет что-то. Конечно, вот парень с Одессы пришел, он сказал, да нахрена это мне надо. Thank you.
куда? Долго искали документы? Нет, что рыбалка рядом. До сообщения, сейчас будет. Ой, кто это? Вот известь, красноперцева. Рыбка. Ну, чуть поменьше. От дна подняла. Мелочь, а приятно мне. На сковородочку хлили. Здесь сушить ее невозможно, здесь влажно. Союз делал, когда делали, блядь. Дровник как повешаешь, засушишь. А здесь влага, она не высыхает, не успевает. И тепла не хватает. Thank you.